Доброго вечора. Це програма Prime Аналітика. І сьогодні з вами я, Артур Журбенко. Сьогодні зі мною в студії політичний експерт Олександр Савченко. Ну а трішки згодом до нас долучається ще головний редактор видання «Суспільний контроль» Олександр Головачук. Вітаємо вас. Доброго дня, Олександре. Добрий день. Сьогодні в програмі говоримо про таке. Скандали з прослуховуванням прем'єра Гончарука підняв на новий рівень питання безпеки. Опитування Центру Разумкова. Українці звикли працювати нелегально. До Польщі може виїхати ще більше наших заробітчан. Слідче управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації припинило слідство у справі українських моряків. Про це у Фейсбук повідомляє адвокат Микола Полозов. Мотиви цього рішення йому поки невідомі, але захисник сподівається отримати копії постанови слідства вже в будь-який ближчий час. Процесуальні рішення вже будуть йому відомі вже буквально зразу. Нагадаю, 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки українські кораблі з екіпажем були захоплені Російською Федерацією. 24 особи були захоплені. Але у вересні минулого року в рамках обміну полоненими їх повернули на батьківщину. Тож, пропоную саме зараз на цю тему з вами, Олександр, поспілкуватись. Ще раз доброго вам вечора. Добрий вечір. Всі ми пам'ятаємо цю таку плачевну ситуацію, коли минулий президент, ще тоді п'ятий президент України Петро Олексійович Порошенко, для того, щоб здобути якісь свої політичні дивіденди, намагався створити якусь провокаційну таку обставину. І, скоріш за все, деякі політичні експерти, навіть більшість, вважали, що саме направлення нашого корабля через Керченську протоку є нічим іншим, як просто створення такого політичного прецеденту, щоб потім створити надзвичайний стан і тим самим, можливо, якось вплинути на вибори. Що ви скажете з цього приводу? Ну, об этом не нужно было долго рассуждать. Дело в том, что Петр Алексеевич сразу же по результатам этой, как я считаю, политической провокации, сразу заявил о необходимости введения чрезвычайного положения в нашей стране. Хотя напомнить хочу, что в самые болезненные, в самые кровавые события 2014-2015 года чрезвычайное положение не вводилось и не объявлялась война, начнем с этого. Поэтому, конечно же, в этом я прослеживаю, и прослеживали многие, политическую провокацию от Петра Алексеевича Порошенко, который под видом этого пытается либо отложить выборы, либо задать этим предстоящим президентским выборам какой-то другой вектор, получить какую-то немыслимую поддержку, как ему казалось. Считаю, что он преследовал не просто задержание корабля, а по тому штатному, нештатному вооружению, которое находилось на этих кораблях. Мне кажется, что он преследовал, чтобы все-таки была пострелушка, чтобы были трупы. Тобто набагато все было, чтобы складнейшее. Наслідки еще были набагато плачевнейшие, так? Конечно, то, что получилось для Петра Алексеевича, это не тот резонанс. Понимаете, політика зараз так построєна. Хвилиночку, Олександр, до нас ще долучився головний редактор видання «Суспільний контроль» Олександр Головатюк. Олександр, ми зараз тут спілкуємося якраз про ситуацію, що відбулася в Керченській протоці, коли були захоплені наші моряки, після чого їх повернули. І сьогодні адвокат цих моряків заявив про те, що слідчі дії щодо цієї обставини припинені в Російській Федерації. Ще поки що ніяких офіційних даних не було надано, оскільки ще жодних процесуальних документів він не отримав. І зараз обговорюємо саме таку тему. Можливо, ти щось маєш доповнити? Ну, я согласен з гостем в студії. Добавив би ще такую позицию, что, скорее всего, Петр Алексеевич не всегда или не совсем самостоятельная политическая фигура, и определенные решения вынужден выполнять, я такое слово употреблю, под диктовку внешних государственных сил. Возможно, такой провокации необходимо было сковать либо сторону российскую, либо же, вот как было уже ранее озвучено, необходима была, ну, провокация выше уровня. Должны были быть трупы, должны были быть материальные потерянные ценности для того, чтобы в дальнейшем эту тему развивать и снова сковывать Российскую Федерацию на международной арене. Ну, а до речі, я хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете також долучитись до розмови в нашому прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Всі дзвінки з будь-яких номерів безкоштовні. Тому ви також долучаєтеся до обговорення цієї теми.
Ну, ти дійсно сказав, що сам Петро Олексійович – це фігура не самостійна. Тобто є якісь закордонні сили, які зацікавлені були, щоб саме Петро Олексійович залишався президентом, щоб той вектор, який він створював за останні 5 років, щоб він продовжувався? Ну, он удобен, понятен, и на него достаточно большой компромат. То есть он управляемый чиновник такого уровня. Плюс он обладает определенными человеческими качествами, которые, как по мне, вот в такой роли и необходимы. Вряд ли кто готов переступить те грани или те красные линии для достижения каких-то меркантильных своих целей. Поэтому да. На этот вопрос могу утвердительно сказать «да». Его руководят, и он должен выполнять определенную свою роль. Пане Олександр, а чи дійсно може бути такий потужний вплив на нашого колишнього президента з-за кордону, і щоб змушувати його от на такі серйозні провокації? Ні одного президента современной України, в той Україні, яку ми пам'ятаємо, не существовало, на якого б не осуществлялось давлення внешніх стран по різним на ту причинам. Нужно это отчетливо понять. Вопрос в том, насколько это давление купировалось и чем оно ограничивалось. Мы вспомнили Петра Алексеевича Порошенко. Вот мой коллега сказал, что он был удобен. Конечно же, он был удобен. Тут вопрос даже не в компромате. Тут вопрос в том, на основании чего, какой процедуры он пришел к власти. Я напомню, это 2014 год, это трупы. Это достаточно странная процедура устранения президента, а некоторые аналитики считали, что Янукович должен был быть убит. И сам Янукович заявлял о том, что он должен был быть убит вследствие этого. Я прослеживаю цепочку абсолютно четкую. К большому сожалению, Петр Алексеевич, как его называют 8% батько нации, почему-то получает политические дивиденды посредством возникновения трупов, крови, непонятных процедур, задействованных извне. И я согласен вот с другим вектором своего коллеги о том, что тут заинтересованность двух сторон получилась. Во-первых, у Петра Алексеевича появилась заинтересованность в том, чтобы изменить неизбежность своего краха на выборах, а у иностранных кураторов появилась возможность задействовать крайне беспредельного человека, крайне беспринципного, для того, чтобы сковать Российскую Федерацию на внешнеполитической арене еще одним таким казусом, в котором задействованы трупы моряков и условная юридическая правота Российской Федерации. Что же я имею в виду? С одной стороны, российская сторона считает себя правой, а мировое сообщество считает абсолютно крайне неправой. Поэтому тут как бы зыбкая почва была. Петру Алексеевичу было абсолютно все равно до зыбкой почвы. Ему главное было пустить корабли, а то, чтобы пострадали наши граждане, его граждане, это я сейчас в ответ тем, которые говорят «батько нации». Батько нации пустит под нож моряков и даже глаз свой на них не обратит. Ну, а до нас ще долучився глядач. Добрий вечір. Представте, звідки ви, і хочемо почути вашу думку. Добрий вечір. Добрий. Володимир, Черкас. Дуже приємно, Володимир. Скажіть, будь ласка, у вас є якісь запитання, чи ви щось хочете доповнити? У мене запитання. А коли будуть посадки? Коли ж? Ну, це... Дуже вам вдячні, дійсно, як ми розуміємо. Я понимаю сейчас, как бы, не стёб, я понимаю боль зрителя. Мы сейчас начинаем говорить, вот Петро Алексеевич, и зритель хочет сказать, да подождите, а что же вы лучше получили? Никто же не отрицает этого. Многие из нас голосовали за то, чтобы это изменилось, эта ситуация. И для того, чтобы эти предпосылки политика, который на крови делает свои политические дивиденды, пресеклась. И с этого контекста, как бы, Зеленский для страны был выход. Вопрос в том, что мы получили, хорошо или плохо, никто не может ответить на сегодняшний момент. Скорее, получили реинкарнацию Петра Алексеевича Порошенко, но с красивыми словами, более визуально молодого и красивого человека – без болезненной мимики и гримас на лице, но действия его такие же.
как мені кажеться. Пане Олександр, а ваша думка от, з точки зору як журналіста, чому немає тих посадок, обіцяних минулої влади, хоча є прецеденти, хоча є навіть той самий Керченський прохід нашого корабля, це вже серйозний прецедент для того, щоб керівників держави, минулих керівників вже притягнути до кримінальної відповідальності? Ну, ми поміняли менеджера, ми не поміняли собственників. Может, грубый совсем пример, но, как по мне, максимально емкий. Президент Зеленский на сегодняшний день фигура достаточно весомая, с высокими рейтингами и поддержкой населения, но с ограниченными возможностями. То есть да, по закону он ими обладает чрезмерными, да, по факту он скован командой, которая не его. А почему команда не его? Вот, мне кажется, на этом необходимо акцентировать внимание. Она не его, потому что кураторы, либо же тех сил, о которых я озвучивал ранее, надгосударственные, видят вот вектор развития нашей страны в том же направлении, в котором оно и велось. Мы можем это проследить на протяжении вот этих 250 дней при власти, которая находится у Владимира Зеленского. Да, он не поменял вектор. Слова – да, действия – нет. Але ж дійсно він міг такі ключові посади, як там генеральний прокурор, як керівник Служби безпеки України, як прем'єр-міністр, він міг би назначити осіб, які все ж таки були б в одній думці з президентом, щоб виконувати все ж таки ті заявлені обіцянки. Чому цього не сталося? Чому немає тих осіб, на яких можна, яким можна довіряти? Ну, юридически, конечно, мог. И судя по тем инсайдам, которые были в открытых источниках, он озвучил, что это его люди. Так, то есть, он и есть. Самое, и тому, да, тому, в этой тому... всей истории, что это его люди, по его же утверждению, его же и дискредитируют. То есть тут ситуация намного хуже, чем просто отсутствие инициативы или же отсутствие показателей. Он ошибся в окружении, он ошибся в команде, и эта команда максимально сейчас дает оценку его деятельности, негативную оценку. Пане Олександре, ми всі пам'ятаємо, як в вересні місяці прибув літак, коли всіх цих полонених моряків звільнили. Я бачив сам особисто, як зустрічали рідні, з якими вони все ж таки сльозами на очах це робили. Але все ж таки слідчі дії з боку Росії продовжувались щодо цього інциденту і щодо тих осіб, які були тоді на кораблі. Чому саме зараз Російська Федерація могла припинити такі слідчі дії? Ну, просто сделала все необходимые свои... Не смотрите в этом какой-то зрады об перемоге. Российская Федерация сделала все следственные действия, которые ей необходимы. Понимаете, это только в нашей стране, могут проходить следственные действия 5 лет и не закончиться ничем. В других странах этого не происходит. Есть определенные сроки и процедуры. Они просто сделали все необходимые следственные действия, которые необходимы. И на самом деле Российская Федерация отчетливо же понимает, что это политическое действие. Вопрос в том, хочется сказать, наложится ли отпечаток непосредственно на людей, которые находились, непосредственно на этих моряках. Считаю, что да. Что в любом случае... на них будут на определенные действия сделаны юридического характера. Самые минимальные, которые могут быть и которые уже заявлены, они 10 лет не появятся в Российской Федерации. Нужно им это или нет? Я уверен, что, скорее всего, не нужно. Но действия сделаны. Была проведена оценка действия моряков, и они стали заложником ситуации. Вот хуже ситуации не могу придумать. Вот они... Есть главнокомандующий, есть приказ, их посылают в сложное положение, где тяжело, какое бы ты решение не принял. То есть все одно было бы такое же самое покарание, но уже в нашей державе было бы. Артур, я могу сказать откровенно, их посылали с таким непонятным приказом, что единственным выходом для них было, это оказать сопротивление и погибнуть там. Понимаете, вот в чем, что забрасывается Петру Алексеевичу Порошенко. Ему забрасывается не то, что он отдал приказ, там, не то, что он как бы юридически можно было этого не делать, что это была провокация. Ему самая основная претензия ему забрасывается, это то, что результатом этой провокации могли быть, или скорее всего, не надо долгую цепочку проводить, результатом этого были бы трупы собственных военных. Понимаете? До речі, у нас ще є запитання від глядача. Добрий вечір, ви в студії, ми вас слухаємо.
Алло, алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Представте, звідки ви? Я хотів задати питання. Ми всі балакаємо, розмовляємо. Я як пенсіонер з Рівенщини. Я хотів задати питання. Вже неділі дві, як вже... Щось не чути, щось обірвало. Ми вас перестали чути. Скоріш за все, вам потрібно трішки далі відійти від телевізора, для того, щоб ми вас чули. Алло, алло, мабуть, все ж таки зірвався. Ми почули дійсно, що могли бути набагато трагічніші наслідки, якби все ж таки спровокували ту ситуацію з боку Російської Федерації, і вона все ж таки потопила, я так розумію, наш корабель, так? Тобто до цього, скоріше всього, вела українська минула влада. І страшні дії – це те, що непонятно, яких цілей пытался достичь головнокомандуючий или те воєнноначальники, які непосредственно віддавали такий приказ. Мы помним приземлившийся самолет, мы помним то, что моряков могли отдать еще в момент выборов, ну то есть когда происходили выборы. И президент Российской Федерации не стал заигрывать ни с одной, ни с другой стороной. Я не пытаюсь сказать, он там хороший или плохой. Вопрос в том, что они не вмешались, они же могли в момент выборов дать возможность... То есть якоїсь из политических сил надать таким чином политические дивиденды и тем самым охарактеризовать эту особу как якусь лояльную... Какого-то своего ставленника, так. Но ведь четко было заявлено, в момент выборов моряков не передали. Угу. Их передали там через месяц или полтора после того, как была уже инаугурация. И в этом стоит сказать вот как бы отношение Российской Федерации... к Владимиру Александровичу Зеленскому на тот момент. У него был сумасшедший рейтинг поддержки. Я говорю слово «был». И он был Российской Федерации крайне необходим, этот рейтинг. С ним садились за стол и разговаривали на иностранных, в иностранных кругах, иностранные дипломаты. Не потому, что он молодой, не потому, что он классно смотрится в кадре или там в костюм на нем более приталенный. С ним общались только по той причине, что у него был сумасшедший рейтинг внутри крупнейшей страны, европейской страны, это Украины. Ну а в нас зараз наступна тема. Розповсюдження записів з розмовами прем'єр-міністра Олексія Гончарука в мережі стало поштовхом для посилення питань внутрішньої безпеки. Про це сказав сам глава парламенту з Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. За його словами, зараз ставиться більш серйозно до наявності мобільних телефонів під час проведення службових переговорів. Адже скандальні записи, надані суспільству та інвесторам, привід підірвати сумнів та серйозність роботи уряду. Нагадаю, в мережі з'явилися аудіозаписи прем'єр-міністра Олексія Гончарука, аутентичність яких у Кабінеті міністрів не підтверджують. На першому записі голос, схожий на голос керівника уряду, говорить про некомпетентність Зеленського в розумінні економічних процесів. Далі з'являється запис, де Гончарук нібито обговорює питання співпраці з МВФ та тарифів, під час якого пропонується маніпулювати бюджетним кодексом. 17 січня Гончарук написав заяву про звільнення, але президент Володимир Зеленський уряд Гончарука у відставку не відправив. Ну, всі ми пам'ятаємо, зараз і в телеграм-каналах, і величезна кількість в ЗМІ піднімається все ж таки тема, що на засіданнях уряду, на якихось зустрічах є певні меседжі від самого Гончарука, від його оточення про те, що там некомпетентність або мала низька компетентність у президента, про те, що якими саме шляхами вони будуть там досягати своїх економічних цілей. Тут все ж таки безпека планує підійти більш детально до там наявності мобільних телефонів чи там записуючих пристроїв. Але чи не здається це дивним, що це виглядає так, начебто всі ці записи мали місце бути, всі ці заяви мали місце бути, а тепер просто більш будуть посилені заходи безпеки, після чого унеможливлять просто проникнення цих всіх домовленостей під час наряд. Якщо б цих всіх таких от промов не було, чи не краще би тоді було б уряду заявити, що ми не могли такого обговорювати, давайте якісь там проводити наради в прямому ефірі? Чому це такі посилені заходи є як рішення цієї проблеми? Да, це попытка змістити фокус з
есть как бы корень проблемы. Корень проблемы, еще раз, не факт этих переговоров, не факт, угу. что они друг друга, как там они называют президента. Это крайне печально, госслужащий не может себе позволить, мы не можем позволить. Есть все-таки определенный закон, который описывает статус президента и уважение обязано быть к статусу президента Украины. Не до фамилии, а до самого статуса. Так. Абсолютно точно. И неважно тут, Владимир Александрович Зеленский это, или Кучма, или Кравчук. Более того, я уверен, вы несколько раз брали интервью у Кравчука, и он часто любит говорить, я не экс-президент. Нет понятия экс-президент. Так, есть понятие там первый президент, второй президент и так далее. Но это все же таки, да, президент. Это их интимная вещь. Тут вопрос в другом. Крайняя форма непрофессионализма. Крайняя форма. Крайняя форма, ну, которая даже не описывает. Любой бизнес-аналитик, любой человек, работающий в реальном секторе, понимает, что не происходит общение там, как подростки на скамейке семечки щелкали. Это не то. Если обговаривается экономика, то есть как бы сценарии развития, а они заранее подготовлены, есть реперные точки. И более того, вот процедура, как принимаются решения, финансовые решения в стране, они описаны уже процедурой. Не происходит это на вот таких хуралтаях. Поэтому это вот студенческий подход, который есть, вот это возмутило общество. Угу. А то, что там будут какие-то меры, да какие меры могут быть, когда в нашей стране полностью нивелирована секретность? Полностью. Дуже дякую вам, Укроборонпром, это нужно произнести, Укроборонпром руководит иностранный гражданин. В службе безопасности Украины один из ключевых сотрудников назначался. У него жена гражданка Российской Федерации была. Ее родственники занимали пост в госслужбе Российской Федерации. И это он действительно не один такой, их много. Дякую. Поэтому вам, о чем можно говорить? Пане Олександре, хвилиночку, у нас ще є глядач. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Так, добрий вечір, ми вас почули. Так, я з Івано Франциска. Як вас звати? Я не є поклонниця Порошенка, але я хотіла сказати, що саме поняття провокація у вашому розумінні – це жити українцям в Україні. Це вже є провокація. Це, я вибачаюсь, саме з якого такого, знаю, з якої відповіді, з якої відповіді? По-українськи, бо нас уб'ють за це. Не можна нам плавати в своїх водах, бо це провокація. І все, що ми робимо, це не що ми дихаємо тут і живемо, це є провокація для зайців. Для тих, хто чужинці на цій землі, які не мають коріння. Ми вам дуже дякуємо. Так, ми зрозуміли, почули ваше питання і вашу думку, це навіть не питання. Пане Олександр, що ви скажете до того, що могли бути ці записи? Справжні, не справжні, це вже питання другорядне. Чому взагалі таке відношення уряду до президента або навіть до взагалі вектору, який повинен бути в Україні? Ну, я би, мабуть, акцент внимания смістив би, напряму не дам відповідь на ваш вопрос, да? Uh-huh. Смістив би не на самі зречення прем'єр-міністра, да? А на тематику, над которой работает кабинет министров в критическую ситуацию, в промежутке времени, да, нашей экономической сложной ситуации, они обсуждают, как правильно донести информацию президенту. В открытых источниках можно посмотреть, да, перечень там, зон ответственности кабинета министров, непосредственно премьер-министра. Доносить понятную информацию президенту, я думаю, даже двояко нигде нельзя прочитать. Это первое. То, как они обсуждали, не буду повторить. Да, это просто говорит. Он на самом деле, мне кажется, он не президент обидел, он обидел себя, выставив в таком свете. То есть тут его не за что и критиковать. Но то, что тратятся бюджетные деньги, тратится ценное время на обсуждение совершенно бесполезных разговоров. И причем здесь участником был не только Гончарук,
а еще и министры, именитые министры, министры, которые не стесняются хвалить себя на своих персональных страничках в соцсетях, показывая свой уровень компетентности или уровень связи на европейской арене, но при этом они являются соучастниками этих процессов. Они его не поправляют, они ему не рекомендуют, они принимают активное участие, они советуют. И, как по мне, вот это и есть проявление, то, над чем стоит задуматься спецслужбам, то, что они хотят вектор внимания сказать, давайте подумаем о нашей безопасности, телефоны, я не знаю, прослушка. Подумайте лучше о том, на сегодняшний день, чем забит голова нашего главного органа исполнительной власти. До речі, про компетентність нашого органу виконавчої влади – це сама заява про звільнення, яка була надана в Офіс Президенту. Хоча по Конституції України саме до Верховної Ради і на ім'я спікера Верховної Ради повинна була подана бути ця заява. На вашу думку, це намагання виставити самого президента Зеленського в якомусь такому неправильному ракурсі, чи це все-таки некомпетентність самого керівника уряду? Я думаю, работала команда руководителя, премьер-министра. Скорее всего, он однозначно сам не понимает этих процессов, но это не является первопричиной. Срежиссированный просто постановочный сюжет, который должен был по затее режиссеров компенсировать вот эти потери рейтинга. То есть поэтому, если бы он выступил в Верховной Раде, где нет возможности контролировать всех народных депутатов, которые могут сделать правильное заявление, выставить в неправильном свете того же премьер-министра, и самое интересное, скорее всего, еще и примут эту отставку. Поэтому режиссеру такой сценарий был неинтересен, нужно было обыграть вот в таком ракурсе. Все изначально было понятно, по крайней мере, людям, которые в этом разбираются. Пане Олександре, а ви як вважаєте, чи це сама ініціатива самого президента залишити Гончарука керівником уряду, чи все ж таки є якісь інші процеси, які впливають і які зацікавлені, щоб Гончарук надалі керував урядом? Ну, конечно, в дві минути це не пояснить. В действительности, конечно же, да. Процесів очень много, і Зеленський не контролює большинство із них. Це моє личное мнение. Не секрет, что в группе Зеленского много векторов влияния и завихрений, так называемых. И Гончарук – это не он подчиненный президента, только, я имею в виду подчиненный, прямого подчинения нет. Я имею в виду, что назначен там президентом весьма условно. Мы помним, как назначался Гончарук. То есть ряд депутатов «Слуги народа» отчетливо рассказали эту процедуру, когда было собрание или заседание фракции «Слуги народа», и президент сам выступал и говорил, что за него требуется проголосовать, потому что я беру ответственность на себя. Это человек от меня. Так Гончарук и появился. Ну кто такой Гончарук? То есть Гончарук – это грантовец, который никогда никакой реальной работы в реальном секторе экономики не имел, а работал с МВФ и работал со слайдами. И даже не сотрудник там первого звена. А так не может быть. Понимаете? Наша страна не карточный домик в обычном понимании. Мы все-таки надеемся выстраивать экономику, и нам необходим человек, который хотя бы 3 дня проработал на производстве, который понимает, что такое цех, что такое производство, технологические процессы. Мы же не силиконовая долина, я извиняюсь за выражение, хотя поставил Гончарук как бы приоритеты страны, что мы там диджитализацию делаем. Диджитализацию чего? У нас интернета мобильного нет в большинстве своей страны в том понимании, которое есть. Буквально за табличкой Киев. Мобильный оператор, единственный полугосударственный, загибается на сегодняшний момент. Это диджитализация или что такое? Так вот. И тот момент, когда президент Зеленский почетно восходил на трон, точнее, держал руку над Библией и давал присягу. Как появились все соровцевцы, все грантовцы в управлении нашей страны? Ведь никогда такого не было. Надо проследить историю. Они были всегда. Они как проститутки, я извиняюсь за выражение. В истории они были всегда, но никогда не попадали во власть. А тут массово во всех структурах, на всех позициях именно они. Да, ответ очень простой.
Потому что это соросовская структура или структура грантовых людей, одна единственная, которая была преподнесена президенту, которая способна в экстренный момент закрыть все топовые позиции в государстве, в управлении страной. И ему было это крайне необходимо. Каким самым она была преподнесена? Мне тяжело сказать. Я же не стоял у постели и свечку не держал. Но отчетливо понятно, что это иностранная режиссура. И Зеленскому ничего другого не оставалось, как отдаться этому, этой процедуре. И вот вы когда сказали, что было подано заявление на имя президента, да все отчетливо он понимал. Он же не глупый, он же не дурачок до потери пульса. Это попытка была президента втянуть в... Как бы в момент истины, ты или поддерживаешь нас, грантовцев, либо ты поддерживаешь группу, которая вокруг Зеленского, есть его преданных людей, я не говорю хорошие или плохие, но они есть, либо ты поддерживаешь людей Коломойского. И президент, к большому сожалению, я смотрел это как на момент истины, искренне сказать, он мог в этот момент почувствовать силу с собой и сказать, я гетьман или нет, или кто я такой, или решил я эту страну добить до конца. И начать выносить грантовых людей со всех структур власти и заменять его другими специалистами. Я не говорю хорошими или плохими, другими. Но ответ вы знаете, вы видели, что происходило. Это дешевая постановка, которая могла быть в кулуарах обсуждена. И он мог бы просто по-пацански спросить, вы надурить меня решили или нет? Но если надурить, мне сколько там, 42 года, лох я или нет, там, может, впаял бы ему с челюсти. Не знаю. Ну, він вибрав спектакль. Пане Олександр, ну дійсно, на всі ключові посади були такі досить дивні люди назначені, але одна особа – це міністр внутрішніх справ Арсеній Аваков. Він залишився, він як такий монумент зараз цієї структури. Але ось є свіжа інформація про те, що може і він подати у відставку. Як думаєте, за яких підстав, чи що може попливати на те, щоб Арсен Аваков покинув свою посаду? Ну, его нельзя в этой колоде такой же картой рассматривать. Он даже не та фигура. Он самостоятельная фигура. Насколько это возможно в нашей стране? Он имеет свое мнение, он имеет свою программу. И не берусь... Насколько она вплывала? Насколько это... На тот функционал или на ту зону ответственности, которую он сам выбрал для себя, максимально. Он авторитетен в этом вопросе. На сегодняшний день я не встречал ни одного критического замечания. Я не слышал ни о одном явном оппоненте, кроме Саакашвили, который мог бы критиковать его в открытую. Это человек, обладающий определенным авторитетом, определенной властью и определенной силой. Я более чем уверен, что достаточно у него запаса прочности, чтобы даже вот в такие вот сложные или не совсем стабильные времена удержаться на должности. Пока нет прецедента. То, что Шеремета, как по мне, это попытка. Его аккуратно готовят. То есть это первая причина, через месяц, возможно, вторая, третья, и, возможно, на пятой проблематике начнут поднимать вопрос уже в открытую. Но, повторюсь, я не есть там сторонник или оппонент действия министра внутренних дел, но то, что этот специалист, употреблю такое слово, достаточно опытен в таких вот моментах или в таких играх, и для него это не есть сложностью обыграть или вот не повестись на провокацию. Дуже дякуємо за вашу думку. Ну а давайте перейдемо тоді до наступної теми. Новопризначений заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков ніколи не був адвокатом президента Віктора Януковича і ніяк не може втручатися в розслідування справ Майдану. Про це він сьогодні розповів журналістам. І ситуація з призначенням Бабікова була неоднозначною, адже у нього може бути конфлікт інтересів через те, що свого часу прізвище фігурувало у документах по справі захисту Януковича. На цьому наполягає адвокатська дорадча група, і відповідне звернення направили президенту Володимиру Зеленському та силовикам із закликом протидіяти призначення Олександра Бабікова у ДБР. Утім, новопризначений заступник директора бюро пояснив, що адвокатом Януковича він не був, та й впливати на хід розслідування справ Майдану не може, адже для того, щоб досудове розслідування проводилось ефективно і всебічно, у ДБР створили спеціальний підрозділ, підпорядкований безпосередньо директору бюро. Давайте послухаємо самого пана Бабікова. Я задав питання, чи чули ви, щоб я колись представляв інтереси Януковича протягом цих майже 6 років? Жоден з вас не зміг відповісти на це питання, тому що я його інтереси не представляв. Більш того, чекайте,
Більш того, я ніколи з ним не був знайомий і ніяких договірних стосунків з ним не укладав. Ну а нашим глядачам хочу нагадати, що ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. А номер телефону, як завжди, ви бачите на своїх екранах. Всі дзвінки з усіх номерів безкоштовні. Пане Олександр, ваша думка? Ну, судя по риторике, достаточно уверенно и однозначно заявляет о непричастности. В наше время перепроверить эту информацию компетентным спецслужбам достаточно там десятков минут. И если он говорил неправду, на это можно ставить жирную точку в его карьере. Скорее всего, он знает, что говорит, и говорит уверенно для того, чтобы разбавить... На мой взгляд, скорее всего, вброс. Вот такое слово употреблю. Это, скорее всего, не есть корректная информация. Возможно, имел косвенное отношение, но не прямое. В целом о ситуации, не привязываясь к личности заступника главы ДБР, как по мне, это шахматная доска, где расставляются на сегодняшний день фигуры, и, возможно, на одно место претендуют две группировки или две сферы влияния. И вот такими методами, устраивая шоу для населения, они борются за нее. Уверен, что он останется на своей должности, и этой новости уже завтра мы и не вспомним. Пане Олександре, а чи може бути Бабіком на такій високій посаді комусь незручним, що почали ось такі вброси інформаційні розповсюджувати? Я абсолютно согласен с коллегой по поводу того, что это ну, просто это сфера интересов. Вот такое количество расплодившихся расследовательских служб или служб, которые могут вести расследование, неестественное вообще для любой страны мира, это всего лишь как бы сферы влияния, которых ну, четко у нас прослеживаются. Если у нас там три службы, которые... условно разделены, то три сферы влияния, там, условно, их можно распределить. Но истории их происхождения и те, кому они подчиняются, находятся за территорией нашей страны. Поэтому, конечно же, мне кажется, что это сведение счетов, но у меня другой вопрос. Ну хорошо, там, да даже если бы он был адвокатом какого-то серийного убийцы, и что дальше? Ну и что дальше? Что, не будем называть фамилии, что у серийных убийц не должно быть адвоката? Или как? Мы же в демократической стране какой-то живем. Какие могли быть сферы пересечения, сферы интересов с Януковичем? Где Янукович, где его адвокат? Давайте бухгалтера еще притянем. В каком-нибудь предприятии работал. А у Порошенко не было каких-то зон пересечений с Януковичем? А не работали ли они вместе? А да, может, еще какие-то связи были? Я уверен, что Янукович подписывал 1 001 бумагу Порошенко. Я сейчас не пытаюсь, там у нас во власти столько их, поверьте мне, что там трудно на ком пятно поставить. А с коллегой я согласен, я уверен, что это как бы подкат одной группы против другой, а тематика какая, Янукович, ну, где-то там видно 8%, любителей 8% кроется. До речи, у нас також є ще дзвінок, можливо, хтось із глядачів ще доповнить, або доповнить наше запитання і відповідь. Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Пенсіонер Юрій з Краснодона. Дуже приємно, Юрій. Рябошапка по розстрілу вернув діла всі старим прокурорам. С мотивировкой, что новые способствовали освобождению беркутовцев. Скажите, это продолжение порошенковской риторики? Они не хотят знать, чтобы Украина узнала, кто виноват в расстреле Майдана? Спасибо. Дуже вам дякуємо за запитання. Воно дійсно зараз дуже актуальне, особливо в тих умовах, що дуже зараз багато журналістських є розслідувань, які вказують, хто саме вчиняв ці розстріли на Майдані. Чому могла бути зміна цих прокурорів? Я хотів, ну, також мене, як журналіста, це питання також хвилює. Да всі дії, які робить на сьогоднішній момент генеральний прокурор Рябошапка, вони всі деструктивні. От по суті. Никаких действительно тех, даже тех дел, которые уже расследованы по убийству, ну, к примеру, там, Стерненко гуляет, Бузина был убит, что не было сделано расследование, были сделаны. Людьми Авакова, стоит сказать. Я имею в виду милицией.
Более того, они находятся в министерстве. Поэтому рассматривать его как реального генерального прокурора в принципе нельзя. Вот это на сегодняшний момент это деспот. К нему надо относиться как к деспоту. Поэтому то, что все действия, которые он делает, это деспотичные, это импотентные и попытки прикрыть все, что происходит. Да более того, ну вот если честно сказать, интересно узнать, кто же все-таки стоит за расстрелами на Майдане, вы, эти выгодополучатели, которых мы знаем. Вопрос в том, кто отдавал приказы. Интересно только гражданам Украины. А тем, кто находится при власти, находились при власти или на сегодняшний день пришли к власти, им не интересно развивать эту тему. Им не интересно поднимать это все только по той причине, что у тех, которые были при власти, у них руки в крови. А те, которые пришли, у них люди стоят, те, которые были тогда при власти, те же и остались. У них руки в крови. Им не интересно это все. Интересно под сукно это спрятать. Вот в чем интерес. Поэтому Рябошапка, он удобен в этом, выгоден, он понятен, управляем с таким взглядом странным, как будто мешком по голове ударили. И на все вопросы точно так же отвечает. Это мое личное мнение. Олександр, ваша думка, чому саме Рябошапка притормажує або навіть взагалі не розслідує всі ці такі резонансні справи, які вже давним-давно на слуху, які вже давним-давно доведено журналістами. Більш того, навіть людей, які звинувачуються в дуже серйозних злочинах, вони при міністерстві отримують наші державні кошти. Як таке може бути? Ну, у нас генпрокурор «Человек президента», в кавычках, прямая речь. Ну, він заявляв, що це моя людина, говорил, тобто спрос, да, президент. Я розумію, що саме з президента буде. Да, соответственно, я би проводив знак равенства. То есть позиція, політика, или действие, или же бездействие генерального прокурора однозначно согласовано з высшим управленческим составом нашей страны. Там, президентом і його командой. Президент і його команда, да, там є несколько версій внешнего влияния, но я пока еще не слышал. И лично не уверен, что он может быть самостоятельной фигурой. Соответственно, я повторюсь, я подобный ответ уже давал в начале эфира. Это неинтересно кураторам. Их задача, чтобы у нас была революция. Эта революция должна была Чергова принести... уже? Нет, та, которая произошла. Ага, она имеет под собой далеко идущие планы. И вот этот вектор должен оставаться вот таким, как они его видят. То есть у нас должны быть свои герои, у нас должна быть своя история, с их точки зрения правильная. У нас должен быть порядок вещей. Если генпрокурор будет расследовать, если он будет относиться непредвзято к происходящему, то слово «революция» вещей, может, да, поддаться сомнению. Скорее всего, это были уже революции, но со знаком там вопроса. А если еще будет доказана вина, то это уже не революция. Да, и те инвестиции, денег, финансов, влияния, которые были последние 5 лет вложены или там 6 лет в нашу страну, они будут просто обнулены. До речі, у нас ще є запитання від глядача. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Добрий. Вінниця вас турбує, Олександр мене звати. Хочу почути вашу відповідь на що то, що зараз у нашого конкретного магната Порошенка, бившого президента, защитник з Росії, чисто росіянин. І друге питання – що ви скажете на це, що в Росії зараз повністю китайські Сибіри окупірують, це все там, а вони воюють з Донецьком? Оце в мене питання до вас глибоке. Що ви скажете на що це? Ось таке питання від самої вотчини Петра Олексійовича Порошенка. Я так розумію, що його там також не дуже долюблюють. Що скажете? Ну, я останню частину питання не розслышав, ви мені підскажете, а то, що... Вы понимаете, мы же не пытаемся, ну там, по крайней мере, я за себя говорю. Я не пытаюсь напрасленно там набросить на Порошенко. Порошенко выполнял там, выполнял действия, которые мог и не делать, понимаете? И эти действия, как мне кажется, повлекли крушение, экономический крах нашей страны и возникло предпосылки, то, что в нашу страну в момент Майдан мог быть. Но он должен был быть внутренним. Это могла быть политическая составляющая, там, дисбаланс внутри нашей страны. Но туда вмешались иностранные спецслужбы, и это факт. Туда вмешались иностранные политики, и это факт. И вина Януковича бесспорная в том, что в тот момент он не выступил как президент, он не пресек эти действия, а на цыпочках плясал перед различными посольствами, пытаясь быть дипломатичным.
различными посольствами, различными консульствами и пытался не вмешаться в эту ситуацию. А какой же ты президент, когда у тебя в стране внутри возникает революция, фактически прообраз 17-го года, где кроются уши иностранных государств? И он не вмешался. Порошенко также мог поступить как украинский гражданин, как политик зрелый, который там больше 10 лет находился при власти, он занимал все посты в цепочке, в иерархии. Он являлся топ-чиновником, госслужащим класса А, с высшим доступом к гостайне. С высшим, больше не обладал на сегодня, ну, кроме него, считанные люди имели доступ больше. И он, понимая эту ситуацию, отчетливо понимал, к чему могли привести эти действия на Майдане. Поэтому я могу сказать, ну, как бы только одно, не конкретно претензия к Порошенко, претензия к политикам того уровня. Почему мы выпускаем из поля зрения других политиков? Они тоже находились. И я ж не пытаюсь сказать, были и представители коммунистической там партии, которые проголосовали за ряд законов, которые развязали действия военного характера. Были и представители Юлии Владимировны Тимошенко. Все партии присутствовали на тот момент. Они все вложили определенный вклад в те события, которые произошли. И по-хорошему бы этот вклад необходимо было оценить. И вот для чего нужны были бы независимые прокуроры. Вот для чего должны были бы работать аналитики, которые могли проанализировать действия не только силового характера на Майдане, кто куда стрелял, а и заявления политиков, кто заявлял на телеканалах. Мы сейчас обсуждаем о том, что закон о дезинформации. А кто подогревал Майдан, что там российский спецназ стоит, который потом признали все, что его там не было. Кто эту редакционную политику запустил? Можно же понять это бы сейчас. А то, что у Петра Алексеевича адвокат, я не знаю, кто у него адвокат, россиянин или нет. Я не вижу в этом никакой корреляции, и более того, мне кажется, что это не может быть. Потому что свидетельство адвоката россиянин у нас не получит. Таков закон. Поэтому, скорее всего, тут уж тоже напраслину не нужно наводить. Но вы хотите сказать другое. Есть ли у Порошенко четкая связь с Российской Федерацией? Бесспорно, да. Есть. Так, есть ли у него бизнес-интересы в Российской Федерации? Есть. Все уже доведено неоднократно. Так. Да, но нужно четко и тоже заявить. А только ли у Порошенко были интересы в Российской Федерации, в Верховной Раді того созыва? Так, не только. Дякуємо. Пане Олександре, я так зрозумію, що наш глядач з Вінниці ще цікавився таким питанням, що на сході Росії також проводяться там певні якісь можливі воєнні дії з боку Китаю щодо там територіальної цілісності самої Росії. А чому в цей час Росія там активно якось веде дії саме на сході України? І от я зрозумів це питання так, і що ви думаєте з цього приводу? Нічого удивительного нет, нічого, ну, критичного, наверное, неправильное слово. Все прогнозируемо. Что Китай, что Россия, что ряд европейских государств, что Соединенные Штаты – это крупные геополитические игроки. Любой крупный геополитический игрок, он всегда в процессе развития, прогресса. Как только он остановится или закроется в себе – это крах. Поэтому Китай не только у России или к России имеет претензии. И, насколько мне известно, не сколько там к территории, а больше к ресурсам, которые, на мой взгляд, Россия с радостью и передает в пользование. То есть там нет провокаций, там нет боевых действий. То есть две такие супердержавы могут между собой... Однозначно, не факт, что это дружба, да, это партнерство через сжатые кулаки и стиснутые зубы, но все же это игра сильных мира сего. А Украина – это вот одна из точек интересов Российской Федерации, геополитических интересов. У Китая ресурсы, повторюсь, но к России как таковой, на мой взгляд, там нет претензий. Да, возможно, там по границе, но уже не те времена, чтобы за территорию велись споры. Сейчас за влияние. Поменять президента, и государство может юридически иметь статус независимого, а фактически являться колонией. Есть тому на сегодняшний день, к сожалению, примеры. Поэтому Россия себя ведет соответственно, или соответствуя своему размеру и своим амбициям. Впрочем, как и любая, повторюсь, крупная страна на нашей планете. На нашей планете, так. Ну, а у нас еще есть наступная тема. Давайте тогда перейдем до неї.
Трохи більше 60% українців легально працевлаштовані та мають офіційну зарплатню. Такий висновок зробив Центр Розумкова, базуючись на результатах опитування. Виявляється, що третина українців мають нелегальні трудові відносини. І хоча вони офіційно працевлаштовані, тим не менш отримують додаткові суми ще в конвертах. Ще близько 20% працюють неофіційно. Втім, українцям працювати в тіні не дуже подобається. Принаймні, майже половина респондентів негативно ставляться до неформальної економіки. Близько 25% опитаних – байдуже. 14% респондентів позитивно оцінюють тіньову зайнятість. Та ще близько 13% взагалі вагалися нам щось відповісти. За ситуацію, що склалася, українці звинувачують репресивну систему оподаткування та низьку офіційну зарплатню. Ну, дійсно, друзі, навіть ті люди, що працевлаштовані офіційно, вони зачасту отримують мінімальну заробітну платню і ще окремо доотримують в конвертах ту зарплатню, з якої податки не відраховуються. Чому так взагалі в Україні? Що за практика, яка вже багато років, багато урядів, багато президентів пережила і все так укореніло в нашій економіці і надалі продовжує існувати? Ну, однозначно тут как напрашивается ответ очевидный – отсутствие системы и правил, и в том числе налоговых, законодательных. Но я думаю, мы сами внутренне, у нас нет внутреннего запроса на наведение этого порядка. Сказать о том, что я готов заплатить из заработной платы даже в половину тех налогов, которые я облагаюсь, я, скорее всего, задумаюсь. Вот я не буду говорить об обществе, потому что, наверное, это будет не этично, да, но я бы задумался. А задумался я почему? Да потому что финансы, которые я буду направлять в бюджет, я до конца не понимаю, как они будут, даже неправильно, я понимаю, как они будут использоваться. Угу. И вот только, то есть причина во мне, но причина той причины, которая есть во мне, все-таки в государстве. Необходимо прозрачную финансовую систему выстраивать, когда на местах есть контроль, государственный, либо это гражданский контроль. Когда я понимаю, какая правильная стоимость заложена там, в ценообразовании, там, на восстановлении там, я не знаю, учебных заведений, какое правильное ценообразование вложено в продуктах первой необходимости. Но у нас внутренне, ввиду того, что много бытовых проблем, мы сами не вникаем в этот вопрос. Даже если нам будут объяснять, даже если нас этому будут учить, мы в это вникать не будем. Соответственно, нам удобно пока вот в таком порядке вещей жить. Пане Олександр, на вашу думку, чи дійсно за рахунок того, що незрозумілий суспільству бюджет, куди саме діваються ці кошти, які вони сплачують як податки зі своєї заробітної плати, і є причиною того, що люди не хочуть ділитися своєю заробітною платою? Та ви не об'ясніть статьи бюджета обычным гражданам, и объяснить их фактически невозможно, потому что они у нас надуты, перенадуты, разграблены, это в действительности так. В истории нашей страны был тот момент, я его отчетливо помню, потому что все-таки родом я из реального сектора, и был тот момент, это 11-12 год, когда экономика позволяла, и люди уже начали требовать, я сам работодатель, люди начали требовать, чтобы все-таки зарплата была светлая, и в большинстве своем светлая. А бизнесмены, мелкий бизнес стал уходить от попыток дать взятки и официально пытался заплатить. Я говорю там про точки в виде МАФов, бизнесменов на рынках, частных предпринимателей и так далее. Почему? Потому что благосостояние людей уже дошло до такого уровня, когда с точки зрения бизнеса легче один раз заплатить и не обходить 10 кругов ада, чтобы тебя обелечивали до бесконечности. Вот заплатить и все, и забыть. Пусть это потери, но сделать это. С точки зрения обычных сотрудников, они понимали такую вещь, которая сейчас нивелирована, и это очень важно. Это они требовали выплачивать официально заработную плату, потому что многие ждали пенсии в будущем. И они понимали о том, что когда-то эта пенсия настанет. И была такая заинтересованность, что ты платишь сейчас, а в дальнейшем у тебя будет пенсия. Валюта так не росла, раскола в обществе не было. Если я не скажу, что там не было совсем, фактически совсем не было. И люди, граждане Украины... Не такие агрессивные, раскол идеологичный. Это одна из составляющих. Но на сегодняшний момент давайте посмотрим. Ведь каждый гражданин, отдавая свои деньги, а мы можем каждый по своему дому посмотреть, те, кто живут в многоквартирных домах, допустим, кооперативных,
или в которых есть УСББ. Они понимают, что они на свой дом скидываются. Вот каждый пусть оценит, вот когда скидываются, легко это или нет. А там очевидно, ты скидываешься и получаешь какие-то блага. Какие-то результаты, так. А в государстве это невозможно. Но был такой крючочек, как там пенсия, как определенные социальные выплаты, как и государство это все использовало неумело, глупо, коррупционно, но этот стимул был. Сейчас такого стимула нет. И более того, сотрудники в министерстве отчетливо заявляют, что вы приготовьтесь, пенсии у вас не будет. Они что делают? Хто ж буде платити налоги? Дуже дякуємо, Олександр. До речі, у нас є глядач, який, мабуть, також хоче нам доповнити про тему зарплат. Добрий вечір. Представте, звідки ви? Добрий вечір. Добрий. Мене звуть Світлана, місто Суми. Дуже приємно, Світлана. Ми розуміємо, куди йдуть наші налоги. К сожалению, перехожу на російську, пробачте. Так, так. Ми всю жизнь ми платимо налоги. Мы законопослушные граждане, но никогда от страны мы ничего не получали. У нас платное образование было детей, у нас платная операции делаются и так медицина, далее. Медицина, так, так. Скажите мне, пожалуйста, за что мы платим налоги? За то, что из нас хотят сделать Индию. Я дуже люблю свою країну. Мені дуже болить душа. І плачеться душа. Дуже, дуже дякую вам, Світлано. Так, ну, всі ми дійсно платимо податки. Навіть незалежно від того, офіційно ми працевлаштовані чи неофіційно, кожен з нас купує хліб, кожен з нас отримує чек, в чеку написано, що там податок на додану вартість, така-то сума від тої суми, яку ми тільки що віддали. Але все ж таки ми не отримуємо тих соціальних послуг та гарантій, які на себе взяла держава як зобов'язання. Чому? Чому люди зневірилися взагалі в державі, в державності, яка зовсім не соціальна? Чему изнавировались? Я думаю, скорее всего, разочаровались несколько в государстве. На мое глубокое убеждение, если задать вопрос напрямую там, обывателю, да, как относишься к государству, к своей стране, к своей истории, мы тепло и достаточно глубоко любим свою страну. Несмотря на то, что у нас есть сложности, мы не любим лицемерия и излишнего на сегодняшний день уже популизма. То есть у каждой проблемы есть какое-то лицо или фамилия. Сейчас это фамилия Порошенко, да, там 5 лет назад это был Янукович. Я, возможно, сейчас затрону достаточно сложный вопрос, но нужно начать с себя, нужно самим начинать разбираться в этих вопросах, нужно понимать, что такое НДС, почему мы его платим. Если мы понимаем, что это, ну, еще раз повторюсь, я говорю очень о сложных вещах, да, это, возможно, не год, не два, к этому можно идти поколениями. Когда мы понимаем, что мы с чем-то не согласны, мы, возможно, можем сказать, что можно изменить, и тогда инициировать какие-то процессы, которые будут идти и снизу. И эти инициативы, возможно, будут реализованы на законодательном уровне, и тогда, возможно, это изменится. Но я сейчас говорю как юнец, да, который видит мир идеальным и слишком уж идеализирую, но на каком-то этапе минимальной базе знаний общества должен быть в вопросах экономики, в вопросах там, финансов, да, если мы говорим сейчас о заработной плате. Главное про то, что, с чего складывается взагалі их життя, что впливает на их життя. Совершенно верно. Пане Олександре, ще в нас буквально дуже мало часу залишилось, у нас ще є один дзвіночок, давайте ми послухаємо нашого глядача, коротенько йому відповімо. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, ми вас слухаємо. Так, так, добрый. Привет. Винницкая область, Хмельник. А зачем мне платить налоги? Зачем мне платить налоги? Если есть матери-одиночки, которые специально не расписались, их не проверяют. Есть мнимые оточники, которые по блату были, за льготами ездили на 1,5 месяца. Люди, которые льготы себе купили по блату. Зачем мне платить налоги? Дуже дякуємо, ми почули, ну такі питання риторичні. Артур, я кратко скажу, я в этом плане, может быть, фаталіст, но повірте, не получится у нас ефективно платить налоги і собирать эти налоги і воспитать людей, вот ви попросили граждан, воспитать їх, почему это платится, до тех пор, пока в нашей стране на операцию детям мы собираем собственным детям, мы собираем складчину по всей стране. Не будет этого. И эта оценка
нашей власти и прошлой, и нынешней. Дуже дякуємо вам, пане Олександре. Ну а час нашої розмови вже добіг кінця. І зі мною сьогодні в студії були Олександр Савченко та головний редактор видання «Суспільний контроль» Олександр Головатюк. Я вам дуже дякую за розмову і через коротку паузу ми повернемося до ефіру. Тож дочекайтесь нас обов'язково.